Начало маршрута на 37 километров, набор высоты 600 метров. Район Зикрон-Яка, очень красивое место. Свои власти, такие горки заезжаешь, нам просто не смотреть страшно. Не здорово, не здорово заезжаешь. Ну, заезжаешь. Сегодня. Лучше поездки нам. Спасибо. Направо. Сейчас я вам, ребята, покажу способ, как проходятся такие ворота. Вот так вот это проходит. О, правильно, Леня. Ну, чувствуется школа. Тяжело было забраться на эту горку. Нам туда. Направо. Да? Сразу. Без проблем. А что значит важно потренироваться? Направо или налево? Илюха, слушай, делай наоборот. Он не помнит, где у него правая рука, где левая. Направо. Направо. Направо, да, направо, правильно. Да, это специально. А? У кого много сил? Нет, это проверка была на владение картой. Куда вы попали, не знаю, потом посмотрим. Карте. Наверное, парк на Див похоже на то, одна из стоянок. Я худой! По-моему, очень хороший выкид цветочки. Леня. Вчера у меня дети ездили в этот, на снег, на ремонт, снеговую бабу делать. Сегодня я заехал, покупался на море, тут цветы, вот весна, лето, осень, все. Сколько цветов, вон там, посмотри, сколько цветов. Не, они там делали снеговые бабы, там катались на кульках. Дальше будет уклон налево. Это анемоны. Колониот на иврите. Залить? Ну, я с водой понимаю. Я вообще воду заливаю. Чтобы никто не сказал, что цифры не заливаю. Воды налил, блин, и все. Все, парку держит человек. Да? С горчицей, с горчицей. А все не страшно. Ты на свадьбе переел, колесо не выдержало. Ну, на том же велосипеде кататься, да, Марик? Колониоты еще не отцвели здесь. В центре их уже нет. Ну, а куда дальше? Лево, право. Иля. Давай, Илюха, газу. כאן שמו סירה קוצנית או סל נצרים שעצר את הזגים. איזה קשן. עשו מזה כבשן, בדיוק. כל הכבוד, מאיפה אתה יודע כל הסיפור? אז בואי תצטרף אלינו. יהושע דריי, ככה קוראים לו, הוא ניסה להפיג ענבים בשיטה הזאת בקסטרה. ואם נפלט חום, ברמה מסוימת שיש ריכוז כזה גדול של יין בבור כזה עמוק, התהליך התסיסה מתקלקל ונוצר חומץ בין יין. וכנראה התסיסה הייתה ב... במתקן דריכה עצמו. זה צ'וורטה דרוגה, סלדיזמנה מורה. חדרה, אלקרטנציה. ועשו תקה אינטרסנה פנרמנה פשוט, פשוט קרסיה. Давай, что ты остался. Игорь, мы хотим все это объезжать или мы хотим срезать?
Привет. Да, трясет немножко, но терпимо. Лёня, резко не тормози. У меня уже был опыт. Падение. Что за деревня? Кивата, да? Вот велосипеды стоят, видишь? О, это наши ребята. Эй, Собакин, мы тебя не тронем. Ай, Люх. Это не я играю с рацией. Я честно вкручиваю педали, пробегаюсь вперед. Что-то не видно, что ты их там сильно вкручиваешь. Маршрут детский. Ага, ну посмотрим на тебя к концу. Ну посмотрим на меня к концу, да. Опа. Так, пора прятать камеру. А, нет, еще можно. Молодцы. Шаве верь. Лёня, и здесь тебе нравится домик? Игорь, это циммер, Игорь. Ну, что ты его будешь? Ну, ты нехорошо, как ты снять. Тем более с пациентом. Вы будете стараться. Подруга у меня тоже с пациентом. Приятный машавчик. Хорошо, я еще собирался к своим ходом проехать, я вообще жду. Быстрее не могу. Камерой. У нас привал. Фотографируй нас. Ты штатив всех сразу. А кого не хватает? А кого тебе надо? Скажи, кого тебе надо? Всех сразу снимай. Да, нечего колеса пачкать. Луз сфотографировал, Игорь? Кого? Лузу. Че, мало луз, что ли? Не, ну пока что мы обходим. Машина. Не, пробиваться. Это делай все так. Раз. Пролаживай. Давай. Подожди, подожди, колесо не протори. Мелкий народ пошел. Хрен с ней, головой, главное колеса. Да, главное колеса. Глаза. Место для привала. Мы до него не доехали, но рекомендую потомкам. И мусор с собой не надо возить. Все рядом. Вот здесь надо было делать привал, я же говорил. Теоретически чувствовал вообще здесь, да? 6 километров, да. 31600. Черные гены доминируют через поколение. Они черные, губастые. О, чистый эфиоп. Вот его одень, когда дай ему палку, да, вот это все. Они эфиоп. Пещерка. Полезть мы туда уже не полезем, нет времени. Займемся преодолением ворот.
Сука, надо ехать по утвержденному треку. Утвержденному маршруту было вокруг, а напрямую всего 40 километров. Ну что я буду делать больше, чем 40? Ты не доехал 300 метров. А я же красивее сделал, смотри, прямо в Word приехал. Ну да. Ты сочканул, а потом уже в детский маршрут. В пятки Лёня дышал. А Илюха, что? Алкогольный перегар после вчерашней свадьбы. Все нормально, приехали, скажи спасибо, доволен. Спасибо, доволен. Сейчас попей водички. Отведи душу. Увидели машину, Ёня как ломанулся, я уже не мог остановиться. Ёня вёл свою машину, его ломануло. Лифт. На, попей водички. А что ты не отвечал на кэшу? Мы закончили 40 километров. Все, бай-бай.